Добрейшего днища, дорогие друзья! Вы на канале Playday, и сегодня мы встретились здесь, чтобы посетить нашу арену в игре Grounded. Специально для этой рубрики мы построили большую арену, чтобы проверить, кто из обитателей двора самый сильный боец. Давайте пройдем на наше почетное место главного гладиатора. Извините, пожалуйста. Я пройду. Ведь никто иной, как игрок, уничтожил их больше всего. Кстати, видео об этом есть на канале. Сегодня мы узнаем, кто окажется сильнее, черная вдова или 20 огненных муравьев. Как вы видите, изначально некоторые насекомые не воспринимают друг друга как противника. Странно, конечно, но ничего, с этим мы им поможем. Семенем раздора послужат три рыжих муравья-солдата. И пока мы не начали, напишите в комментариях, на кого вы делаете ставку. Да начнется бой! Как мы видим, рыжие муравьи справились со своей задачей блестяще, и черная вдова уже агрессивно настраивается против огненных ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Наконец, с рыжими муравьями покончено, и все участники битвы могут наконец переключиться на своего основного противника. Черную вдову регулярно загоняют в угол и оглушают. Тем не менее, количество огненных муравьев все еще постепенно уменьшается. Достаточно напряженный момент. Не забудьте написать в комментариях, за кого вы болеете. И вот момент истины. Муравьи наносят последний удар, и черная вдова проигрывает в этом поединке. Кто бы мог подумать? А на этом бой окончен. Если вам понравился данный формат видео, ставьте лайки. Это был канал Playday. Всем пока!